Всем привет, с вами канал Раздача от Андрея. И сегодня, как я обещал, я расскажу, как сделать приват-базу. Сразу извиняюсь за качество звука, поскольку сейчас я разговариваю через веб-камеру. Ну и так, сразу говорю, я ссылки на эти программы в описании не буду выкладывать. Ну, поскольку многие, наверное, будут писать, что там вирус, и поскольку сам отключаю каждый раз антивирус. Вот видите. Антивирус выключен у меня. Не потому что если я выложу, многие могут писать вирусы, там стилеры разные и все такое. Мне это не надо. Я тупо скину название этих программ в описании, вы сами на Андрей, сами скачайте, чтобы меня еще не грабили. Ну, начнем. Есть немного способов создать приват-базы. Начнем с первого, это вот я недавно нашел на сайте Formblog. Офигенная программа, так вам скажу. Зайдем мне вот программа. Красивый интерфейс, загружаем базу. Ну, например, загрузим. Вот, я скачал давно уже от моего паблик базу начать работу. То есть она из паблик, делает разные приват базы. Например, вы сегодня с 10 тысяч у меня вышло где-то, скажу, штук 10 хороших видос. Вот работы посмотрим, вот. И ваши приват базы. Но сразу говорю, это не все рабочие. Там некоторые, может, не рабочие, а просто сразу чекаем потом. Какие еще у нас есть функции программы? Делает приват-базу так, потом она может грабить парсис по ссылке, пишем здесь любое слово, раздача баз для бута, страница стрима, Google, ну, если Google есть, пока не все. Ну и начать. Нет парсинга, сейчас посмотрим. Все, начать, смотрим. Вот, парсинг страниц 10. Пора напарситься, давайте будет. Ну и я еще не узнаю, что она будет парситься, работает все. Когда страница 20 пройдет, она пока все распарсила. Потом зайдем следующее, Marvel Friends. Как многие знают, она есть такая программа, она офигенная. Но она уже не работает у меня лично. Поэтому я нашел программу, это мне нравится начать. Смотрим. Вот с Marvel, он грабит сейчас представляет. Смотрим, вот работа. И также есть встроенный бут, проверять на валидность. Ну, то есть база уже старая, у меня, ну, никак будет работать. Ладно, посмотрим, сколько приватов сделано. Вот наш приват, база. Функция. Вот один мой фонд сделал. Вот уже 5 сразу. Вот, нормально. Немного подвисает у меня ком-то, извини, сразу. Ну, вот, прям подвисло. Вот спарсит она уже, получается, здесь раздачи написали, вот с тебя страниц, он уже спарсит, вот еще и парсит дальше. Промка закрываю. Перейдем к следующему. Ну, сохраняются результаты, вот здесь смотрите. Потом следующее. Это, если вы отсюда взяли какую-нибудь, ну, например, возьмем сегодняшнюю. Все, зайдем. Сделаны приватные валидные почты. Приватной почты для проверки валидного способа. Вот у меня мало, у вас там больше. Сейчас лимит есть, наверное, целая. Где комбинация? Нет. Отсюда положа. Ладно, у меня нету. Так что сами сделайте, сами наведите, сами поймайте. Ну вот сегодня, которого спарсили, или смотрите. Если до конца спарсит, то не сохранится. И вот следующая программа, антипаблик. То есть эта программа разделяет паблик от привата. Ну, к примеру, возьмем аккаунт, загрузим какие-нибудь. К примеру, мои на чек. Давай на чек. И прокси. Так, почему это? Потому что мне больше нравится. Вот здесь уже паблик идет, паблик. Но приват тоже будет потом. Можете воспользоваться другим, как внутри версии какой-то. Не помню, называется как. Нам дали. Вот тоже отличная программа для проверки на приват. Не на приват, точнее, на валидность. Базу. Смотрим. Вот программа открывается. Нажимаем выбрать все, загружаем базу. И вот раздача мод, который я вставлял. Нажимаем, вот идут уже гуды, не видите, идут. Стоп. Все,
Поток исчезнается, можно закрывать. И сохраняется все в таком виде. Могу. Далее. Следующий способ. Из паблика приват. Это уже несколько программ. Сразу вот эта программа, что раскрутирует она. Она меняет домен на базе. Потом сохраняет, когда вы решите. Вот, например, возьмем любую базу. Ну, работная задача могу. Вот это по стандарту стоят. Жмем. Стартуем. То есть на каждом логин выставляет вот эти логины. Точнее, домены. Здесь 6 доменов. И получается, каждому логину 6 доменов. Вот здесь нажимается. Нажимаем восстановить. Ну, когда закончится, становится, сохраняете результат. Бегаете куда. И тоже чекаете на валидность. Ну, это, конечно, все способ. Далее. Программа пас. Наверное, под программки я служу позже вам. И вот этот паблик и приват. Честно говоря, я не знаю, что он делает, но вот. Получается как бы так. К примеру, зачем могу возьмем. Показывал красиво начать. Сколько паблик мы загрузили и сколько она сделала. Что она делает, я честно говоря, не знаю. Ну вот вообще получилось 4 мегабайта. Не знаю, что она сделала. Посмотрим, давайте откроем. Что она это сделала, я не знаю. Ну здесь тоже проверять на валидность. Далее. Ну, вот эта программа. Так. Мне тоже рассказать надо вам. Войти. Начало есть грабер есть. Отличный грабер. Ну, напишем. Ссылки, я не хочу грабить. Так. Царитировщик домен, отлично, между прочим. Ну, паблик на приват вам тоже надо. Пока мне столько могу, да и под домена. То есть базу загрузим мою, которая у нас есть. Нажмем. Прокси, ладно, прокси тоже. У меня прокси уже старый. Стартуем, ждем вот беды, гуды, приват потом покажет вам. Наверное, я не буду ждать. Просто уйду. Так, выходим с этой программы. Так, заходим в следующий. Приват, а паблик ТТ без прокси. То есть это отличная программа для работы с базами. То есть добавление домена, добавление дубликата, тогда я также это Greg Hydemine и все такое. Так, генератор номеров, это для хайдема, сайт вы знаете. Вот это мне понадобится больше всего парсер почт. Запустить парсер и смотрим. Вот, парсит почты. Потихоньку он парсит. Насколько я в интернете искал, уже много парсеров нормальных почт на его не находил, честно скажу вам. Ладно, установим парсер. Все подлоги становятся. Выделим все, копируем. Выйдем с этого. Ну, давайте снимем чистый документ. Значит, так, ладно, не нужны чистые документы. Теперь я обещал сказать об этой программе сейчас. Логпас. Наверное, по названию понял, что он соединяет логин с паролем. Это вот этот логин будет представлять она. Точнее, полностью с собакой моего. И пароль возьмем сюда. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3. Ну, мы почти напишем. Пишите примерные пароли любые и enjoy. И смотрите, она подставляет. Подставляет, оказывается, на бездомена. Вот что мне особенно нравится. 80 из 80 она поставила каждому логину. Вот эти пароли, которые мы писали сюда. Ну, в общем, я рассказал, как делаю приват базы. Надеюсь, вы не бросите мой канал. Будет дальше дать раздачи от меня. Если будет много лайков, то я покажу, как я выучу Steam. Ну все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, всем пока.